Фестиваль «Фанк» – новый формат киноиндустрии. Он отходит от традиционных рамок и становится кинодвижением, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Откроет фестиваль «Гонка на вымирание». Режиссер этого фильма Луи Психайос, обладатель «Оскара» за лучший документальный фильм, исследует причины вымирания редких видов животных. Вход на все показы свободный. Необходима только предварительная регистрация. Пройти ее нужно на сайте. Адрес вы сейчас видите на экране в разделе «События». Фестивальные фильмы можно увидеть в кинотеатре Сочи в зале Центрального универсального музея искусств. Подробное расписание показов можно найти и на нашем сайте fkt.com. Помимо кинопрограммы, мы подготовили обширную лекционную программу, программу для школьников. Пройдет множество мастер-классов по физике, биологии. В ВУЗе будет достаточно сильные лекторы, эксперты, которые приедут специально из Москвы. Фестиваль актуального научного кино продлится в Сочи до 15 октября.